остынет. Так вот, что там с фермой? Не, не хочу я ферму. Это он с дочей с моей может лошадиную ферму открыть. Она тащится от лошадей. Я не хочу. А я так. Она хочет. Я бы хотела ферму. Зачем тебе ферма? Там. Тебе, малыш. У меня была там ферма. Ферму чисто для прикола не заводят. Ферма. Ну, тебе нужна ферма, да? Ведь это не хлеб, это что-то какое-то подобие на хлеб. У нас никогда нет хлеба нормального. У мамы хлеб. А сколько тебе лет? Кому? Круто же. Круто, круто. Сколько тебе лет? Мам, кому? Тебе сколько лет? Три. Три? Угу. Молодец. А у тебя сколько лет? Мне? Уже далеко за три. А? 30. Сколько тебе лет, Юля? Сколько тебе лет? 21. 21? Да. Слушай, а ты будешь бутерброд? Только после того, как ты съешь свой суп, который ты заказала. Салфетку. Дать хлеб? Ага. Сейчас. Ну, что-то там пишут. Мам, хлеб не кусочка. Не кусочка хлеб. Это маленький хлеб или большой? Маленький. Я не готова к ферме, к лошадям, к какашкам на ферме. И подальше от городской суеты я тоже не готова. Тут в Финляндии вообще никакой суеты нету. Ты думаешь, еще и подальше надо ехать? Там же вообще по-другому. Наталья, супер всем готова, я заказала. Наемные работники. Ну, не знаю. Всегда запах свежих лошадей, там, курочек разных. Живешь себе на красивой природе. Ну, вот и живи себе на красивой природе, живи себе ферма. Мам, а я подарю и вот тут горячая там. Да? Да. Не горячая. Не помню, она присолилась? Или она... Нет. Короче, я не знаю, присолилась она или нет, но я ее буду есть. Это не такая фирма, которую я говорю.
Ну тогда ладно, ты меня уговорил. Погнали, что там надо для фермы? Погнали. Элитная ферма. Ферма? Мам, я бы поехал. Я поехал. Угу, молодец. Ну, я бы поела. Ну, ты не доела, ничего не съела вообще. Я поела. А ты мало поела. Нет, много. Мало. А? Мало. Нет, много. Снимать. Зачем тебе сапоги снимать? А? Зачем тебе сапоги снимать? Ну, потому что на стуле неудобно сидеть. А, честно. Ой, сейчас. Я почитаю. На стуле неудобно сидеть. Сапога. Нужно пару. Десяток миллионов. Ага, ну прикольно, что на 20 миллионов. Ты что думаешь, я инвестирую в свою ферму? Ты поэтому мне так красочно расписываешь? Ты очень много мне насыпал. Я вообще немного тебе насыпал. Чуть-чуть? Ну да. Позвонили. Мам? Я говорю про пару десятков миллионов или что ты там написал. Ты что мне так красно расписываешь? Ты думаешь, я инвестирую в твою ферму? Какую ферму мою? Не, малыш, это не ту. Да? Не, да в какую? А ты кому голос твоя? Давай лучше откроем рыбный и мясной магазин. Зачем нам ферма? По утрам я буду есть рыбу. А вчера мясо. А, еще винный магазин надо открыть, да.